Всем привет, с вами Бэшик. Знаете, бывают в Расте такие случаи, когда у вас есть дом, а через мгновение у вас уже дома нет, и вы с киркой в руках пытаетесь вернуть его себе обратно. Вот с вами такое было? Со мной бывает, не очень часто, но бывает. А вот если у вас были такие истории, вы пишите в комментарии. Выживал на сервере Берс 1 максимум 3 игрока. В день выхода этого ролика на этом сервере произойдет вайп. Вся информация будет в описании под видео. И снова я вас достану своим пабликом ВКонтакте и Телеграм-каналом. Если вам интересны новости по Расту, а они там публикуются, то вступайте и подписывайтесь. Вся информация также будет в описании под видео. И, конечно же, не забывайте кормить чайку. Она любит лайки. Вижу. Спалил. Голову дал правому. Зажмите, я лестницу построю. Сейчас они начнут стрелять. Он не начинает, он там сидит наверху у себя. Минус 33 дал. Вижу его, в дальнюю часть пришел. А сверху. Их трое. Да, их трое. Живой, но больно. Дело одно. А, райский, адский. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил еще одного. Он мне три головы дал. Вейбер, он там, я видел его. Бегает, на тело бежит Вейбер, возможно. А может и нет, я не знаю, где ты там находишься. Ну, короче, там бегает за железком где-то, вот там. Подстрелил туда, подсветил. Накидал. Убил меня. Одного убил. Я бегу. Ребят, ну я как бы не особо здоровый. Но они сюда пока не дошли. Нахитовал одному голову, дал, пробил. Они к тебе крадутся, крадутся аккуратно. Я себя лутаю. Там меня все, он спилил. Сразу же. Так, вижу, вижу их там. Бегает с той стороны. Я прям сижу, смотрю на них, они меня не видят пока. Сейчас пойдут лестницы наши выбивать. Ну. Улетел. Двушка чел просто. Че там притащил? Пацаны, короче, смотрите, что притянул. Давайте хоть ящик пустой. Быстрее, ребят. Вот где эти сишки, смотри, что притащил. Да. Просто с 5 патронов каменных и двушки. Смотри. Здесь, короче, я обычную сделаю. Че, я за этими пошел, с челями? Спальники сами поставьте, я подзакидал их туда. Короче, они просекли то, что мы рейдить хотим, и говорят нам об этом. Они пахают кипит. Пахают. Я маслину поймал. Пашик, на берданку. Паника, да? Да, Ева, наска есть. Дело? Ева, дойдите. Одного убил. Выпиливай второго, попытайся. Убил. Все. Выпилил. Там второй, третий. Все, минус три. Лучник, что ли? Да, дебилы, нас пятеро все. Слышал? Да, нас пятеро. Ты записал, Башик, да? Конечно записал, нас пятеро.
накидал одному. Подожди. Промазал по обоим. Они там все так прям сладенько. Дал голову. Граната прям просится. Я голову одному дал. Что ж. Че, пятеро, да, говорите? Чайки, блин. А, все, вы запушили. С одного спилил. Что за гури рейдер, я так и не понял. Что они тут на рейдере-то хоть? Что-то я не заметил. А вот я туда не пойду. Я там челика вижу. Одного уронил, там вторые, по-моему, есть. Они там что-то лутают, что ли, я не пойму. Я вообще не понимаю, что происходит. А, это лошадь стоит. Сбил. Меня спину жмут. Больно. Да успокойся, пацан. Ходи. Убегаю. Тут поляна еще. Беги, беги, беги. Их там много. Их много. Обходили. Вижу. Да, по периметру обходят, далеко. Голову дал. Выбер, отходим отсюда дальше. Пойдем. Зажмут в тиски. Быстрее давай. Вижу типа. И два типа. Один влево пошел, другой вправо. Вижу. Собака живучая. Два хита по 25 дал. 24 еще сверху дал. Спина двое. Томик. Вейбер, ты понял где? Вейбер, убегает, убегает. Не вижу. Они здесь на горе, на 160. Одного, по-моему, убил. А второй бежал. Больно так. Вейбер, жми. Отлично. Я минус. Ну, я второго почти убил. Короче, я у них под домом сижу с двушкой. Там берданка, аккуратно, ребят, под домом. У вас в спине кто-то есть. Пацаны, у вас в спине. Да, спина, спина, спина. Я отхожу. Да я. Найс. Я бежал за берданкой, а где берданка-то? Мне шприцы нужны. Где ты которого убил? Вот, 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 чувак. Там еще поле, которое мы убили. Короче, я так понял, больше часть положили. Вот он, бежит. Найс. Аккуратно лутать. Он как-то подкрался, так я не знаю, откуда он слез. Бежит еще один. Убил. Готов. Найс. Челик фульную берданочку подкинул. За лесенку, правда. Ну, у нас есть бурлана. Ну, в принципе, крафтить-то я их умею, было бы на чем. Если что, потом дом можно будет расширить немного. У нас тут руды. Просто офигеть. О, ё-моё. Ничего себе. Ничего себе домик занял. Вот этот челик, конечно, дает приколы. Ледоруб. Ё-моё. Нифига себе, я хотел много из этого изучить. Егорка, я нашел сейчас строчку рецептов. Нашел нам 456 патронов на пистолет. В общем, вообще шикарный дом. Куда? Вот сюда, наверное. Вот сюда, вот в этот квадрат. Они буферку прошли полностью. Ну, таким, правда, самым коротким путем, конечно. Я еще со шкафа долго ремонтился. Но все равно, две МВК стены. Несколько металлических, на раз десяток металлических. Да ладно. Ты. Ох, ящик с ящиками и цепечками. Так, пусто. О, 8 дерева. Всегда мечтал. Топоры, веревки. Скрапа нет. Ткань. Палка-сосалка. Так, лук. Забор. Прицел. Ой. О, неплохо. Ну, хоть что-то. 5000 металла, на самом деле, нам очень на руку. Ты хавал, не? Нет. Где-то бич, я тебе говорю. Ты топнул.
Но я прыгнул. Ну все, наверху тут никого вроде нет, вроде. Что забрать-то отсюда можно ценного для нас? Я вижу... Кроссбоу, дофига, пикаксы. Я вижу брони немного. Кучу дверей вижу, кровати. Кстати, кровати надо забрать. Тут ящика два, слышь, оружие, смотри. Томиганы. Пешки, сейчас все забирать надо. Мясо пока не надо. Да, там рейдли без шансов они. Понимаешь, когда тебя с рантем это накидывают в лицо просто, ты ничего не сделаешь. Готов? Иди-ка, посмотри. Было что в нем? Там пушечка. Забирай. Один из входов, да? Да, смотри. Вот эта штука гниет. Как бы, смотри, вот лестница. То есть вот за это раз, и еще блок там шкаф был, по крайней мере. Вот ее имеет смысл выдолбить. Либо вот эту, потому что, мне кажется, там застроить могли. Я не могу ничего здесь ремовить уже вот с этой стороны, потому что шкаф бьет. А так я отремовил. Да, с этой пришли. Вот, за этой все, лестница, все. Мы попадаем в хату. Открываем путь в новые да, земли. Путь не пойми куда. А то как припечатает, а может там ничего нет? О, нет, есть. Ящики есть. Е-е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 -
какие они щедрые, ты лянь. Бур оставили один. А так высосали вообще все мясо. О, мясо мое не тронули, чайки. Здесь пусто, компоненты тут были. Они деспавнят, понимаешь, они деспавнят. Да, они, скорее всего, деспавнили больше с лута. Ну, в принципе, неплохо, печная, все есть. Осталось только еще более жестко застроить и шкафы заремовить отсюда и поставить сразу в другом месте нормальный шкаф. Ну все, мы это сделали. Мы вернули нашу пещеру. Да. Которую пацаны зарейдили где-то за 300 плюс сачелей на второй день вайпа. Это очень жестко. Куча томиков. А где? Три томика, три берта, билета. О, так тут нормальный сет, слушай. Все, отлично. Мы вообще можем выйти больше. Спина у меня, не парься. Что, все, мышки описали? Здесь. Убил. Найс, бэш. Второго чекаем, там где-то ползет, скорее всего. 10 патронов всего. Только где? Второй где-то внизу, наверное, был. Я не знаю, где второй, пойду слутаю. Нет, он дальше, на 310, далеко. Все, лутаю этого. Патроны, сачели. Далеко был? Да, довольно далеко. А вижу его, вижу. Блин, можно было зарашить, я промазал. Вот он, справа. Лак. Дави его. Убил. Красавец. Но это, может, не тот был чел, все-таки, может, там третий где-то есть. Вообще бомжики. Странно. На патрон на берданку. То есть это они пытались зарейдить нашу кибитку, которую уже не знаю, в какой раз пытались зарейдить. Они зарейдили. Не зарейдили, а дверь только сломали. Так что у нас получается по ресикам. Нафармил бурон, 30 камня, серка, металлоруда, МВК. И бонусы попадали. Нормально так, в принципе, нормально. Надо, главное, теперь улететь отсюда, потому что холодина. Чел в домике, я не знаю, ты видишь его? Уронил его. Ох, ладно. Минус берданка, пацану подарили. Это чувак с этим. Стреляют? Угу. Убил. Так, один готов. Прикрой меня. Убил одного. Прикрой меня. Угу. И уходим отсюда. Сейчас. Я тут уже. Подожди. Меня с двухи прям прорядили приятно так. Нет, ты чекай дверь. Открыта дверь. Да я понял тебя. Дал хит. Все, пойдем отсюда. Ну, бомжей диких с их ловушкой, пойдем. Голову дал, уронил. Уронил. Хорош. Я обхожу слева. Ой, справа. Прикроешь? Хлеб, вставай, прикрой его справа. Давай я тоже прикрою. Там че лутает. Тихо, там бич какой-то лутает, собрался его. Дал ему хитку, уронил бича. Убил. Открывалась дверь. Хлеб! Он выбежал.
Нахитовал, Егор, убей. Хитал. Быстрее слутывай, забирай, уходи вниз, туда дальше прямо. Пацаны, тут фул, Убегай, убегай, хлеб, держи дверь. Слутывай. Компонентов миллион. Там турель. Убегай быстрее, прямо, да. Быстрее, хлеб, за тобой дверь. Калаш вышел. Дал калашу две головы. Уходи просто. Улетел. Да все, меня убили. Бэшик, собирайся, смотри. Вот, я калаш. О-о-о. Спина. Бэшик, убей. Ну как, я сидел тут. Я его уронил, и он меня тоже. Я тут. Ты тоже. Ищи. Взял, поднял лэрку твою. Он где? Типа там. Ой, он тоже такой накачанный всяким добром. Собака сейчас будет. Меня не залутать? И тебя не залутать. Здесь тип, короче, я промазал все. Прям под нами. Да шо ж я косой такой-то, глянь. Убежал вниз куда-то влево. Под дом. Егор, иди лутай быстренько его. Когда он разбайтил свои вещи. Разбайтил? Да, там бомж какой-то. Забрал бомжа. Иди себя лутай быстрее, раненый. Я там поднял немного добра и отлетаю.